Александр, продублируйте рапорт, я запишу на видео. Да, без проблем. Рано Леонид Киловатт, Галина. Рано Леонид, Ульяна, Мария. Пятерка, девятка, 5-9. Александр, близ поселка Лучегорск, прием. Да, принято, отлично. Значит, по эсметру где-то 3 деления у меня, разборчивость вообще отлично. Да, ваше имя? Меня зовут Сергей. Да, окей, Сергей. А вообще домашний КТХ? А, ну понятно. Ну, я нахожусь вообще в Владивостоке постоянно. Здесь просто в гостях на период праздников. Да, я вот что и спрашивал. Домашний КТХ. КТХ — это телеграфный код местонахождения. Домашнее. В общем-то, ясно. Я понял, да, то, что в Светлогорье там на турбазе на этой. Ну хорошо, слышно. Вадим, держи антенну. Держи антенну ровнее. Слышу, антенна тылом, я еще раз повторяюсь. Антенна на юг. 9 элементов Яги, частный дом, вот, она низко над землей стоит, где-то метров 6, и на юг развернута. Сейчас, получается, слышу с задним лепестком со стороны рефлектора сигнал, чуть сбоку. Но слышу неплохо, в общем-то, здорово. Но по аппаратуре что тут? FT-280, 10 ватт, выходной. Галина. Рано Леонид Киловатт Галева, Рано Леонид Ульяна Мария, прием. Еще раз вопрос не разобрал, антенну шевелил. Ну, аппаратура сейчас какая у вас там, что используете? Ну, у меня с собой автомобильная ЕСУ FT19-2.0, ну и Яги мои 5 элементов. ЕСУ простая, с модуляцией FM только. А, ну ясно, да. Ясно, ну хорошо. Слышно, здорово. Пробуйте, должны слышать. В общем-то, должны слышать там, на югах. Я слышу, сигнал хороший. Так что надо пытаться. Рано Леонид Киловатт Галина, Рано Лум. Александр, ну тогда я сейчас позову, получается, юга немного. Потом, если что, вернусь к разговору. Здесь времени мало у нас, мы здесь на вершине. Да, я на частоте, Сергей. Хорошо, принято. А Сергей, да, это он. Так, ну сейчас попробую еще раз его. А можно попросить его, чтобы он поработал на передачу в полминуты? Я его азимут более качественно зафиксирую. Да, Андрей, ты тут еще? Да. По это самое, включи что-нибудь, расскажи. Секунд 20. Мне там свои 5 элементов повращает, попытается на тебя настроиться. Понятно. Ну, я сейчас добавлю. Меня, может, и будет слышно. Я слышу, у меня с той стороны подстанция стоит, ЦП-35-10. О, вот так. Вот так, Марин, бери. Так, вставай, держи. В ту сторону сейчас антенна повернута, поэтому... Возьми чуть посерединке. Антенна возьми, ближе. Все, вот так, зафиксируй. Я бы слышал, а так сигнал выходит, я там... Александр, ну я отфазировался, азимут выставил. У меня по С-метру 7 баллов я слышу Знаменска. Рано ЛКГ, он ЛХС. Рано ЛКГ, ЛХС, слышит меня Знаменская? Да, Сергей, слышу. Я не на Знаменской, я дома нахожусь, на приеме. О, отлично. Какое между нами расстояние? Я в Светлогорье на базе отдыха на вершине Совки, 700 метров над уровнем моря. А не знаю, ну километров сколько там?